Хейо, гайс, с вами Шумки, мы продолжаем пройти тирух по названием Секира. Окей, короче. Что у нас выходит? Я думал, что где-то здесь спрятан... это чувачок, да? И то, что нужно, типа, рыбу, если звонить, то это значит... Только, чтобы с ней сразиться. Нет. Мы рыбку зовем, чтобы ее покормить. Используй ценный корм. В смысле? А она мне еще нихуя не дает? Окей. Круто. Хорошо, вот что мы тогда делаем? Я использую медитацию. Откуда мне воспоминания? Ладненько, улучшить выносливость, да. Седьмые молитвенные четки. Так, усиливаем атаку. Так, божественный дракон Вечного Света в незапамятные времена пришел с запада и поселился здесь, в самой древней части земли Осина. Воды, протекающие среди старых камней и под землей, позволили ему пустить корни. Окей. Короче, ребят. Я думал, что мы уже все сделали, да, с вами. Все такое, помните? Ну, конечно, вы не помните. Потому что у меня тогда были проблемы со звуком. Да, у меня были проблемы со звуком. И там была такая херня, ребята, что... Я сказал, что, оказывается, в воспоминаниях отца можно его не убивать. Типа, он не обязателен. Потому что там только ничего такого не дадут. Ну, кроме повышения силы. Оказывается, нихера. Поговорить. Вы звери. Все это время вы его обманывали. Все эти ваши разговоры о дворе вечности. Вы врали, чтобы одорочить его. Верните его. Отец. Мой отец. Верните его! Громко рыдает, затем быстро засыпает. Так, я, короче, проверил этот. Способность огня. Короче, что нам нужно сделать? Нам нужно вот туда вон попасть. Есть два способа. Да мне надо, но мне нужно сюда. Вот. Нам нужно... Вот сюда. Так, давайте я лучше... вырублю. Я не знаю, что они... Какой баф дают, поэтому я не хочу этого знать. Ну нахер, идите в сраку. Вот мы приходим сюда. Если что, вот это по идее, если я не ошибаюсь, да? А я не ошибаюсь, да. Это у нас другая сторона с вами. Это куда я не мог попасть. Если вы помните, там где... Эй! Эй! Так, божественное конфетти. Это вот здесь, куда я не мог попасть. Теперь мы смогли сюда попасть. Здесь у нас есть этот... Послушайте. Сразу медитируем. Угу, хорошо. Вам не попадалась чешуя карпа? Бесценная чешуя божественная карпа. Принесите мне ее, я вас щедро награжу. Купить эмблемы. Лазурит, маска. Поговорить. Послушайте, если встретите другого такого же торговца... Не слушайте его. Он позор нашего клана. Он вера... Так.
Вероломный злодей, он пытался убить великого карпа ради своей выгоды. Вы славный человек. Пожалуйста, принесите потом еще чешую. Танцевальная маска дракона. Танцевальная маска голова дракона, собранная из кусков. Тут возможность обменивать очки навыка на силу, атаки в меню идола резчика. Так, воительницы клана Оками носили такие маски во дворце первоисточника. Там они танцевали в честь дракона. Этот ритуал мистическим образом наполнял их доблестью. Так, о чем я же вот начал говорить? Оказывается, для того, а именно для нашей концовочки, которую мы хотим получить, а именно ощущение, нам нужно убить отца в воспоминаниях. Да, чтобы получить сраную ветви сакры. Круто. Вы принесете мне чешую, если у вас есть чешую? У нас 8 штук осталось. Я не вижу смысла. Да. Давайте покормим рыбку. Побежали, покормим. Так. Так, теперь мне нужен телепорт. Ага, переместиться. Важные места. Ой, я теперь могу в башню. Стоять. А, видите, комнату этого могу только телепортнуться. Окей, так, короче, что я хотел? Дворец. Место кормежки. Сейчас мы быстро карпа покормим. А после мы пойдем в воспоминания. Скорее всего, убивать нужно будет отца. А маска. Маска, я думал, типа одно очко, да, вот опыта. Я могу сразу обменять на урон. Нет. Оказывается, нет. Господин, он будет рад. Счастлив, счастлив. Он получит награду. Вау. То есть я могу все равно чешуйку получать, просто его кормя. Окей. Использовать ценный корм. Использовать ценный корм. Все. Плюс еще 3 чешуйки. Господин, он будет рад, счастлив получить награду. Так, хорошо. Next, что мы делаем? Нам нужно переместиться. И... А, вот, где еще не могу телепортироваться, круто. Давайте, мне нужно в поместье. Драконий источник. Мы сейчас вам еще купим свиток для того, чтобы я смог использовать способности во время прыжка. Тут тоже такой вот моментик идет у нас. После. Мы сходим, попытаемся грохнуть отца, но не уверен, что мы сможем, конечно, с первой в попытке, в скобочках, это вообще если сможем. Что я в этом сильно сомневаюсь. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Послушай. Давай. Вы принесли мне чешую? Если у вас есть чешуя, я вас щедро вознагражу. Так, алло. Это я куплю. Ага, все, да? Послушай, я хочу стать карпом. Огромным карпом, который будет расти и расти, и который проживет долгую жизнь. Карпом,
который никогда не состарится. Вы благоухаете ароматом божественного скарпа, и вы так добры ко мне. Что ж, вот вам от меня. Ценный корм. Поистине драгоценный корм. Это сразу видно, потому что как он покрыт волосами вельможа из Хирата, жившим так в горшке. Страна хочет достичь совершенства. Тот, кто обретет чешую карпа, сам станет ближе к совершенству. Дарую тебе свое тайное сокровище. Отнесите это великий карпу, божественное царство, тогда я наконец стану карпом и дарю вам мое секретное сокровище. Харунага. Хи-хи-хи. Харунага, Харунага, запоминаем. Так. Последний активный идол. Мы сейчас еще сделаем сколько? 3 телепорта. Вот один телепорт. 2 телепорта мы... А, даже больше телепортов стоять. 4 телепорта мы сотворим с вами. Я раз телепортнулся. После мы переместимся на дворец. Место, где можно цветами полюбоваться. Нужно будет еще попытаться того быка убить. Я раз могу. Там же еще финтиплюшки валяются там на земле, 3 штуки. Тоже такой прикольненький будет бонус. Интересно, мне тут... Да, подожди, то того зовут Хирата, да? А тебя зовут? Вы принесли мне чешую? Если у вас есть чешуя? Харо Мэри. Почти всех чешуйки снова у меня. И это все благословляет вам. Наконец-то он заплатит за свои злодеяния. Но чешуя бесценна. С ней я вам почти бесценен. Хе-хе-хе-хе. Послушайте, вы превосходно справились. А на вас явно можно положиться. Вы слушаете мой рассказ? Или, точнее, мою тайну? Послушайте вы секрет. Хорошо, хочу. Чудесно, замечательно. А теперь, насчет моей тайны. Я хочу, чтобы вы преподнесли этот корм великому карпу. Никому его невозможно не показывать. Тут нужна скрытность. Ценный корм. Так, поистине драгоценный корм, это сразу видно по... Сделайте это, и я дарю вам мое секретное сокровище. Здравствуйте. Осторожнее там с наживкой. Хе-хе-хе. Стой, а как тебя хотя бы зовут? Карамори. Карамори, хорошо. Так, теперь переносимся. Харам. Харамори. Просто что произойдет? Сейчас объясню все и покажу. Так, запомнить Харамори. Чтоб я лишний раз не телепортировался. Выбрать самый ценный корм. Харамори. Господин, нельзя толстеть. Умеренность, умеренность. Так, теперь нам нужно передохнуть. Отдохнуть. Господин! Господин! Господин, где же вы? О, ничего не делать. Так, теперь отдохнем еще раз. Ага, хорошо. Па-па-па-пам, мне нужно переместиться. Место... Живописное место. Так, теперь что? Мы сейчас переместимся, и будет такая вещь. Чем вообще связана вот эта миссия с кормежкой?
они... вот это, допустим, здесь, да, у нас? Но он оставил кое-что после себя. А второй же просто сдох. Лазурит. Теперь мы можем увидеть его. Вот он. Он превратился в карпа. Тот, который жил в там. Бесценный. Куда ценнее прочих. Принесите мне еще чешуи. Купить при мне за чешую. Теперь все предметы, которые были, да, они переносятся к вот этому персонажу. Ну, давайте каплю крови купим. В принципе, все у нас ни на что не хватает. Теперь я хочу попытаться, только замечу, попытаться грохнуть вот этого, сразу убрать. Или мне здесь нужно за... О, да, здесь. Готово. Хорошо. Так, сейчас пробежим. Здесь же просто эти дальники. А мне с дальниками проблемы не нужны. Потому что если я захочу сейчас попытаться убить этого быка, мне нужно изначально убить этих. Да, хорошо. А вот у нас дворцовый бычок, который меня, конечно же, прикончит, прыгнув я к нему. Твердый металл. Большой кошелек. Так, а теперь нужно как-то отсюда выйти. Кстати, а что мне... Что я купил хотя бы? Так, стоять, стоять, стоять. Что я купил? То я что-то забыл. Я купил у него и забыл. Так, инвентарь. Так, навыки. Так, контроль, удар стихий. Вот это, да, кажется? Выполняющий одновременно любую так. Нет, не он. Ой, хер его знает. Так, а дайте я, наверное, боевое искусство поставлю. А, вот, парящая смерть. Так бы в искусство видели, так, все-таки так, бла-бла-бла. Хотя это и более искусственная осина, оно пришло от нас. Так, 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 хорошо. А вот это чем? Окей. Ну, вы видите сами. Здесь мне без моего этого никак не обойтись. Без конфетти. Так, тихо.
как вы видите, ему очень много урона нужно. Сложно. Это очень сложный босс. Осознай того факт, что его очень долго придется бить. Ну типа мне позволяет этот использовать. Вау-вау-вау. Ладно. Ух, тихо, тихо. Мы убьем его, попытаемся, по крайней мере. Я уже без конфетти попытаюсь. Опа. Все, все, чш-чш-чш. Бусинка. Карма зверя. Ух. Видели? А? Видели, как я? А? Замутил все. И даже не сдох. Как бы это ни было странно. Это максимум странно. То, что я не сдох. Так, давайте отдохну. Давайте, блин, подождите, а я сейчас знаю, где можно две бусинки взять, чтобы еще улучшить хп, но... Дело такое. А знаете, давайте попробуем маску использовать. Термального. Так. Пара-папам. Усилить атаку.
увеличить силу атаки за очко навыка. Потратить очки навыка на увеличение? Да. Недостаточно очков навыка. Круто. Окей. Переместиться. Так, у нас косарь. Важные места. Нам нужен разрушенный храм. Объясню сейчас почему. Мне нужно денежку вкинуть. Я хочу, просто не хочу косарь терять. В никуда. А так я хотя бы что-нибудь дополучу. Либо большой мешок, либо что-то куплю на них. Блин, ну я не знаю, большинство уже из вас уже, наверное, Секиро досмотрели, потому они знают, где что и почему произошло. Начнем с того, что здесь нету резчика. Почему? Потому что резчик кое-что с ним стало. Как вы видите, здесь виден огненный след. О, ну, пятно такое, да? Красноватого цвета. Так, у нас там ничего... О, есть! И что тогда есть? 500? Призрачный кунай. За 4500. Ах ты ж, ё-моё. Ах ты ж, ё-моё. Итак, началось. Асина, Асина больше нет, а войска министерства начали крупное вторжение. Похоже, Асина теперь конец. Пора, наверное, и мне закругляться. Желаете что еще-нибудь купить? Ага, купить предметы. Что у тебя осталось? Ну, это и понятно. Я не буду покупать, потому что у меня это уже есть все. Давайте призрачные эти купим, да? Блин, я даже не знаю, что купить лучше. Я бы конфетти купил. Так, ну... В принципе, давайте еще пару штук куплю конфетти. Остальное куплю дрожжи. Ну, если так предлагают, куплю. Куплю что? Давайте еще конфетти, блин, либо этих. Чик-чик-чик. Демечек. А ладно, конфетти. Да, блин, я не знаю, что купить. Противоядие, против яда. Сложно. Ладно. Вот так вот. Хорошо. Теперь. А, я все равно улучшить ни хера не могу. Смысл. А теперь мы идем к отцу. Угу. Ну что, давайте попытаемся. Хотя бы один раз сейчас... А потом я тогда уже замучу. Ой, ну точно, нужно огонь поставить. Нужно огонек поставить. У меня ж теперь этот. Меч поджигается. Я могу огнем биться. Драться огнем. Огнем. Ладно. Окей.
Ой. Тихо-тихо-тихо. А, ха. Окей. Ну, ты будешь нападать? Ой, блядь. Я застрял. Ай, тихо. Я помню, я читал это. Блять. Я забываю. Тогда я думаю, ну блин, мы в принципе в этой серии убили быка, да, дворового. Поэтому давайте думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.